Рад приветствовать вас, уважаемые подписчики и гости канала. С вами, как и всегда, свободный путешественник. Здравия всем! Друзья, каждый человек является по сути творцом. Просто он забыл об этом. Таковы были условия воплощения в этой мерности. Такие были правила в этой игре. Длительное время мы жили неосознанно и в неведении, кто мы есть, думая, что наша жизнь во власти судьбы, что каждый получает ровно то, что ему предначертано судьбой. Но все, мои дорогие, изменилось. Наступила новая эра. Пришло время пробуждения Божественного в нас. Пришло время проснуться и вспомнить себя, свои созидательные возможности и силы творить. Пришло время создавать свою прекрасную реальность. На самом деле, сила творить и созидать свою жизнь, свою реальность всегда была с нами. Мы всегда творили, но не осознавали всей сути своих творений. Как говорится, не ведали, что творили. А теперь в нашем распоряжении есть все необходимое, чтобы осознанно творить свою прекрасную реальность. И вот осознанность – это как раз то, с чего нужно начать каждому человеку, имеющему намерение стать полноценным хозяином и творцом собственной жизни. Время тварных подходит к концу. Режим паразитов обречен. Можно не заботиться о выполнении их условий. Живите, дышите и творите свободно. Где находится наше внимание, там и находится наше сознание, проявляющееся в этот мир. Это и есть мы настоящие. Перестаньте бороться с последствиями навязанных нам негативных сценариев. Измените фокус своего внимания в сторону будущих созидательных процессов, и будет вам счастье. Благодарю всех, кто досмотрел, кто лайкнул, кто подписался, кто поделился. Добра и света вам. До скорых встреч на этом канале. Всех благ!